Let's go, everybody. Everybody, let's go, everybody. Ты что, охренел, че шо? Подожди, а я около схрона вообще. Ну да, ты машину двиз. Ремка на 26. А, я шатверку хотел занести, ебаный стыд. Я отвертку вчера нашел прям на вон посте. На 28 юзов. Спасибо, бункер. Будем ехать в бункер или нет? Да я ж и бумер. Да ну давай ломайся, речь. Ебать, сокостроитель. Так давай базу, блядь, построим, нахуй, давай. Сделаем закопочку. Закопочку, так. Так, чуешь, да? Слухаешь. Чуешь, слухаешь, так? Так? Ты меня слухаешь? Сделаем закопочку с ящичками. И тоді беремо и збираємо, как будут ресурсы по-украински. Не ресурсы. Сука. Ресурсы. Материалы для будівництва. Ты материал, блядь, алло. Секретный, сука, скали, блядь. Сейчас это Малдера духовного вызову, блядь. Сейчас, зачекай трошки, зачекай. Я згадаю, о, бачишь мене трошечки. Як буде починає, блядь? Ну це щось на Z. Ні, тільки не Z. Тут закінчується, блядь. Пішов нахрен, блядь. Злодій, блядь. Вишенковий, да? О, у нас машина хоч стоїть ще тут в кустах, їбать. А то я вчора їхав, їбать, три години до цього місця. О, так, стоїть, це гаразд. Все добре. А як буде Олександр по-українськи? Короче, Гриша тебе буду звати. Я тебе охуєв. Ти дивишся до Грицька, він строє вишку. Чому я розмовляю на... Тобто, я, як будь, питаюся. Я, чому я намагаюся розмовляти на українській мові, тому що в мене йде відторгнення російської мови і за того, що сталося. Як ви, Грицько, гадаєте, чому мене так тягне кинути ядерну ракету на Москву? А, вважаєте? А я що сказав? Гадають на картах. Ну, так теж можна... Чому ні? Чому? Якщо так, ну чому ні? Ну чому Азірову можна було, а мені не можна? Ну чому? О, які гарні щирі слова. Перший раз Грицько сказав правду. Ну це не точно. О, падло таке, воно ще ж кепкує з мене. Мені кажется, що я як додік кой-то розговарюю просто. Так, только не надо коментарій мені в ответ никаких, пожалуйста. Не надо. Не, ну що я виноват, що я Блять, я должен переходить на украинский, блять. Ну почему я должен переходить на украинский из-за того, что в России ну, почему? Мне кажется, что лучше России нигде не найти. Да. Посмотри в других странах, что творится. Сколько там нищих, бедных людей. А вы в каких странах побывать успели вообще? Я не успела, я смотрю на много телевизор. Ну, блять, ну а что, не идет отторжение от российского языка у украинцев, не идет? Ебать, ебануто идет как. Ну, смотри, если Путина один из предлогов нападения, это русский язык. Из-за того, что ущемляет русскоязычный. Так, давайте размовлять на украинский. Ты хочешь ее апгрейдить, что ли, че? Выше ставить, как бы, другой этаж. Нахера? Чтоб было до хера. А нахера тут тебе вышка, слышишь? Так вышел, блин, оп, заспавнили вся остик. Чпонька. Ну смотри, тут рядом дорога, так, так, ты бачишь її дорогу? Нет. Тут їздять разні люди, не зрозуміло з якими вони намірами тут їздять, і що вони хочуть, ти так гадаєш? Уважаю. Кстати, я залізь, прикольно так в этом кусту. Подвинул тебя. Та все, все. Только Александр одинокий тут на поляне. На поляне. Александр одинокий тут. Ты не захотел вчера М-ку взять, а я взял М-ку. Такая классная штука, ебать она точно. Ебануться просто точно. Я голодный. У меня урчит животик. Так, а у меня нету мяса. Мяса нема, я пішов за мясом. Так, патрончики есть, это хорошо, это хорошо.
Можно я стрельну? Ты сейчас их стрельну, блядь. АМК охуенная, она, блядь, уже 63%. Ты дурак, ебать, нахуя? Блядь, Питер, сорян, я не целился в тебя, честно. А кто по мне стрельнул, слышишь, ебать? Кто мне С4 въебал, ты мне скажи. Ебануться, блядь. Ты дебил, иди нахер. Дебилоид, блядь. Сейчас это было с ветром. С расчетом. А то с каким, блядь, расчетом, блядь? Ну я так от понта чисто, блядь, в сторону прицела двил. Ну давай, 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 давай. Блядь, С4 открылась, сука. Иди ты нахер. Ты конченый, блядь. Вот Витер на НВ, я, блин, до этого, блин. Как раз аккурат прицел вправо двил, а воно, блин, подвело пулю, блин. Теперь, блядь, ты заебал, не стреляй по мне, сука. Я не хочу по 3 часа, блядь, на месте валяться, блядь. Ну так иди мясо целы, знаешь. Слышь, пошел нахер, блядь. Сейчас засолю, блядь. Блядь, сука. Теперь бегать за каких-то дебилов не могу, сука. Мейта года заказывали. Ага, Александра, пидосланного, блядь. Пидосланный. Опа. Опа. Сука. А че я не попал? Подожди, подожди. Сейчас развернусь, попаду. О, попал? Попал? Не. Блять, вокруг тебя летит, слышь? Иди нахер! Мне перс замерз, голодный, сраный в желудке, бля. Бля, так у меня тут еще 7к на руках. 7к сык еще. Я вчера 3 хлюшки убил. Уприходовал. Купил себе глушак, ебать. Купил себе окок, ебать, вообще. Охуенный. Я все-таки не вешается на пушку нож и... И этот, и глушак одновременно. Ща я кабана ёбну, подожди, мне ж надо, чё я, блядь, в ту сторону буду идти с пустым рюкзаком. Они как-то спавнятся по времени, я так понял, эти животные вонючие. Лошадь. Через очко, прикинь, через очко 2 раза просто. А вчера полобоймы всадил, но далеко она была, блядь, и она живая, блядь, ещё убежала. В смысле, кровяка от нее отлетал. То рассинхроны были, по-любому. Если я не попадаю, это рассинхроны. Не, ну МК вообще четкая, ебать, она четкая. Ебать, мясо, так конь по 42 бакса. Опа, кто-то испугал козу. Это мог быть зомбак. А может и не зомбак, а кто-то услышал, как я стрелял. То ее пугает, блядь. Зомбаки или кто? Просто стоит, бэкаем. В смысле? Она так орёт, как будто её кто-то испугал. Нет, она когда бэкает, не так. Может она просто может, так. Блядь. Я всякий раз так уже убивал этих коз, блядь. Ага, что ты ещё с ними робил? Что ты с ними робил ще? Особи суди. Признавайся. Я бачив відео там якогось Александра показували. Новой інтернет-сенсацією став новорожденный ягненок из дагестанского села Черкей. Ветеринары в шоке. У этого барана вполне человеческое лицо. И там лицо козы было похоже на человечье. Не знаю. Чем вызвана эта аномалия? Там якийсь абориген за мной идет, блядь. Опа, что слышишь? Мне почулось. А, это живот урчит. Тут еще одна коняшка, блять, а мне никуда слаживать. Вот это. Давай я буду за ней идти. Она тупо уходит. Ебаш. А, убить ее? Окей. Бля, тут пригорок. Не бачу ее. Конь, ты где? Конь. Конь. Она в твою сторону шла, я не хочу ее убивать. Ха, идет. Ну ты понимаешь, она придет в твои руки. Она чуя настоящего мужчину.
настоящего жеребца. Я тебя въебу, баран! Я уже на этом перекрестке почти. Тут лошадь где-то должна быть. Только я впритык не вижу, блядь. Но мне след показывает, что она сюда пошла. Во, во, так, да? Если вот так, то вот так и пошли. Так, главное, ее не видно, понимаешь? Она так быстро не может же... Бля, коза. Короче, вместо этой лошади коза. Ты выживалка нормально вкачана? Ты должен вообще лошадь видеть издалека, вообще унюхать ей, блядь. Ты обязан ее унюхать вообще нахер. Если что, она на W шла, лошадь. Сел. Чисто, блядь, сафари, блядь. Иди сюда. Я режу козу, блядь. Я тут только что так и куш сорвал, блядь. И осла, скажи, и лошадь, блядь. И козу. Ебать ты. Ебать. Такой чисто бермудский треугольник, блядь. На, за машиной туда. Я за машиной пошел. Ну, давай. У мене колись був кінь, я його любив, а він мене теж, і в мене закончились слова. Но я буду любить цього коня. Йо, 64 км в час, їбать його носить нам. Треба купити цього, як його, як він називається, оцей квадроцикл. І що конь, блядь? Живой конь! Бля, тут дорога, бля. Бать, так это бабло сколько. Машина, машина! Братан! Да-да-да-да-да. Тихо-тихо-тихо. Идите, идите, блядь. Ебать, ебать. Побачил, да? Да. Він один? Ага, вони поїхали чекати. Дорубати, увозити нахуй. Ні, вони об'їжджають ззаді, поняв? Блять. Погнали нахуй отсюда. Бачу тіло. Мінус. Блядь, зомбак, иди нахер! Да сука, то сдохни ты, блядь, сука. На вышку со снайперкой, быстро. Быстро, блядь. Так, я чё, блядь, пилой тебя, что ли? А говорю, пилой что ли тебя сейчас рубать будет? Что он нашел себя? Бля, 170 метров, ага. Нихуя я не попаду. А, это ты голый, да. Блядь, я хотел тебя убивать уж. Он одетый, дядь. Да я вижу. Что он нашел себя? Не. Та я, блядь, я тут усе кустик нашел нормально, тут охуенчик. Поздно він сібався.